Всем привет! Сегодня 1 июля, и я продолжаю свое путешествие по Берлину. И напротив нас всем известный, знаменитый немецкий Рейхстаг. Вот такой он, огромный. К сожалению, напротив проходят какие-то работы по, наверное, реконструкции, что-то в этом роде, а с правой стороны это тоже уже современные государственные, тоже правительственные кварталы, которые абсолютно отличаются от старого и монументального Рейхстага. Сегодня суббота, и очень жарко, очень много туристов. Вот так выглядит это место. Продолжаю свою экскурсию. Вы слышите, это гимн Украины. Вот как приятно слышать украинский гимн в самом центре Берлина. В конце аллеи это Бранденбургские ворота, а эта улица тоже называется Unter den Linden, или еще, наверное, определенно в переводе это Липовая аллея, потому что эта улица, аллея вся в липовых деревьях. Мы сейчас идем по дороге на проспект или Александерплац. Боже, аж слезы на очах. Он выбрал правильное место, потому что недалеко амбассада России. Чисто случайно затянул сын в маленький музейчик. Называется Volkswagen Group. Вот такие интересные машинки немецкие. Немецкое качество, конечно, оно всегда будет на высшем уровне. Сейчас мы находимся на площади Гамбургского университета, и с обеих сторон будет этих два огромных монументальных здания, и сейчас будет очень интересно. Мы видим украинский флаг на флагштоке. Вот так. Украину никто не забывает. Дальше продолжаем по направлению к телевизионной вышке и Александерплац. И сейчас мы подошли уже к берлинской телевизионной вышке, которая считается на 60 метров выше Эйфелевой башни. Она была построена в 1969 году. Там наверху есть обзорный ресторан, и можно увидеть панораму всего Берлина.
больше, к сожалению, я не знаю ничего об этой вышке. Поэтому я почитаю, когда подойду ближе. И, наконец-то, я добралась до известного во всем мире проспекта или площадь Александерплац. Вот так он выглядит. Невероятно шумный. И мое первое впечатление под вопросом, что здесь такого специального. Но, может, немного дальше будет интереснее. Но именно в начале Александерплаца это обычный шумный спот в Берлине. И сейчас мы находимся на историческом месте, где вплоть до 1989 года стояла Берлинская стена, которая разделяла Западный и Восточный Берлин. Историческое место. И, как мы видим, по другой стороне перекрестка уже начинался американский сектор и Западный Берлин. Я здесь тоже успела побывать. Интересное место. Очень много туристов. А сейчас это одно целое. Одна Европа. Одна общая и целая Германия. Сегодня 1 июля, и это мой последний день в Берлине. Я попала в абсолютно фантастическое место. Это парк культуры, где люди отдыхают, развлекаются, приходят сюда с детьми, с домашними питомцами, проводят различные пикники. Сзади меня мы видим абсолютно шикарное место. Это Берлинский собор. С левой стороны это Национальный музей. К сожалению, я не успела там побывать. Ну вот, я думаю, что во многих местах в Берлине я побывать не успела, но в общем, обсуммируя, этот город, это прекрасный город, очень спокойный, очень зеленый, очень мирный. И я все-таки надеюсь, что я сюда еще когда-нибудь вернусь. Всем украинцам вітання и до зустрічі, ми будемо в контакті. До побачення.